Ближе подойди, Евгений. Посмотри мне в глаза. Ты видишь там пустоту. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня я пробую игру под названием Sonic EYX. Я уже вижу, что кто-то дышит на меня в окошке, которое очень маленькое по сравнению с моим рабочим столом, который очень засран, к сожалению. Извините, я не прибрался. Как включить на full screen? Пока никак. Я вижу, глаз на меня смотрит какой-то. Он перестал на меня смотреть. Стало страшно немножко. О, боже мой. Не знаю, эта игра вроде как должна крипоту вызывать, да? Вот, да, вот она это делает, да. А, боже мой. Уйдите, пока не поздно. Это ненормальная игра. Окей. Удалите немедленно. Ваше время на исходе. Я знаю. Я знаю, мне 34, ребят. Я знаю, что мое время на исходе. Игра, зачем? Бегите. А, бегите, да. Мы должны бежать. Ведь Sonic — это игра, где нужно бегать. Господи, это игра моего детства. Я играл в нее так давно. И я обожал эту игру. И обожал не вот этот уровень первый, он меня бесил всегда. Мне нравился уровень другой. Я забыл, как он назывался, но я помню, что там была вот эта музыка. Ставь лайк, если тоже кайфуешь от этого саундтрека. Крутейший. Собственно, мы играем за Тейлса, и как там прыгать здесь? Прыгать? Ага, отлично. Стоп, мы даже можем летать, ну, конечно же. А что это за... какие-то тотемы на переднем плане, какие-то штучки пульсирующие? Окей, ладно, попробуем пройти эту игру еще разок вместе с вами. Посмотрим... Чё за крипота здесь? Я знаю, что это история Sonic XZ. А! Очень популярна сейчас. Да ё-моё. Вот, все, сдохла рыба, тварь. Ты будешь ждать, как со мной связываться. Я про в эту игру. Я все детство в неё играл, понимаешь? Сломать не ломается. Но рыба ломается. И моя жизнь ломается. Давай, максимальную скорость, погодите. Пью, сейчас. Вот что я хотел, да. Собственно, пока никакой крипоты нету, но она скоро будет. Вот она уже начинается. Вспомнишь говно, вот оно. Давайте, стоп. Давайте играть как профессионалы. Сели. Поднатужились. Вот так. А, нам нужно наверх. Так, еще как-то надо летать. Вот так надо летать. Черт, не дотянул слегонца, давай. Да, блин. Да будь благоразумен, Тейлс. Он не хочет лететь мне нифига. Нам нужен разгон побольше, я так понял. Сейчас мы все устроим, погодите. Нам нужно всего лишь навсего как следует ускориться. Есть, прыгаем. Погодите, а, может быть, нам нужно просто жать постоянно. Да, все, проблем нет больше. Я вижу, что он устал немножко махать своим хвостиком. Но все, это уже закончилось, не переживай. Сейчас мы быстренько придем к финалу. Это всего лишь первый левел. И мы здесь. Соник, ты тут. Куда свалил? Мне сюда надо? Не. Ты чё как этот? Ты чё толкаешься? Задира школьный. Он просто толкнул, стал страшным и ушел. Ты был всегда страшным. Поэтому ты завидуешь мне, потому что ты такой красивый, милый лисенок. Чё надо сделать-то? Не понял. Сюда точно нельзя. Значит, надо, видимо, в другую сторону. За Соником, он же туда побежал. Но мы пошли за ним. Ага, нужно наверх, давай. Маши хвостик. У тебя получится. А, все, устал. А, есть предел у всего, понимаете? Даже у хвостика такого милого. Погодите, нам нужно как-то наверх забраться. Вот! Вот так мы это делаем. Вот. Я даже, по-моему, переборщил слегонца. Извините. Все, можешь спрыгивать. Окей. О! Что это было? Мы активировали какой-то тотем древний. И зло вышло наружу. Правильно мы делаем все? Нет, уже какие-то трупы валяются. Встреть меня в начале, в самом... хорошо. А хочу ли я этого? Где мои глаза? Вот они. Только они не такие, как были, черные стали. Я в депрессии. Что это? Пусть оно прекратится. Куда идти?
На начало, конечно же. Идемте на начало. Тейлс, ты что, не высыпаешься? Оп. И куда ты хочешь, чтобы я пошел? Я же не вижу ничего. То есть мы бежим здесь край. Бежим сюда край. Блин. Не знаю, ускоряемся. Куда-то мы вверх летим, кажется. Оу. Ха-ха-ха-ха-ха. Нажмите, что? Нажмите И, надо было нажать И, я нажму. О, Наклз. А я им играть? Нет, я на него смотреть. Меня от тебя тошнит. Грубо, грубо. Почему? Почему ты так этим сильно наслаждаешься? Я не то чтобы... Мы для тебя ничего не сделали. Вот именно, я пока еще даже не начал наслаждаться игрой. Может быть, Тейлс был прав? У меня кровь течет из глазика. Ты любишь, как мы страдаем. Каждым возможным способом. Мы не заслуживаем проходить через эту адскую дыру. Мы этого не заслуживаем, но вот ты заслуживаешь. Ты заслуживаешь боли. Он идет сейчас. У меня вот все вот это вот портится. Картинка на видео, ой. Проблема с интернет-соединением. Окей. Он мне портит картинку на видео. Я хотел, чтобы моего рабочего стола не было видно, но теперь его вот обозревайте его. Что произошло? Мы перезайдем, конечно же. Что-то изменится? О! Давай попробуем что-нибудь другое. Отлично. Да, да, да. Все, все, у нас будет сейчас контент классный. Я готов. У них нет глаз. Нет, у Соника есть, но у него нет зрачков. Что? Что они выстрелились так странно? Да хватит прыгать по моему рабочему столу! Я хочу на фулл скрин, чтобы было. Кто ты такой? Что это за существо? За ним наблюдает глаз. Он пытается убежать от пристального наблюдения. Окей, так еще игра не делала никогда на моей памяти. Оу! А мы можем что-то сделать, или мы просто наблюдаем? Они правда не врали? Они заставили меня страдать, я страдаю сейчас. То есть это просто пока что набор всяких кровавых, неприятных картинок и секвенций, который я просто с удовольствием наблюдаю. Ну что это за грустные глазки на меня смотрят? Что с вами? Печалитесь? Сейчас кап, слезка пойдет. О, закрылся, все. Мы в темноте остались. Оу. Графично стало. Как будто бы у меня свидание с Соником. Он так смотрит на меня. Наконец-таки, да пришел Евгений. Пойдем покажу, что. Мы встретим с ним закат. Какая графика. Кстати говоря, вот в эту я не играл. Если она, конечно же, есть вообще такая часть. Я в нее точно не играл. Хорошо. Ну, здесь легко. Мы идем просто наверх. А тут тоже можешь сделать? Да, все как полагается, все. Кто там пролетел? Соник, суперсоник пролетел только что. А это что за фигня? А, это ускорение. Хорошо, я бегу назад. Реверсивный Соник. Мне вообще надо стараться? Окей, я что-то пузырек какой-то получил. Теперь я могу не сдохнуть под водой. Если я, конечно, туда попаду. Под воду. Бэу. Так какого дьявола? Надо еще привыкать к этому всему. Смотрите, мы резко так видели, как делаем. Хоп, вниз. Нам так не надо делать. Только в крайних случаях. Когда нужно будет замочить какую-нибудь тварину. Давай, ускоряйся. Оп. Кал. Я сделал некий кал. Мне стыдно. Вот,
Да господи, не получается у меня. Хорошо, раз. А, ну вот все. Теперь мы не упадем. Главное не торопиться. Соник, эта игра не для тех, кто любит торопиться. Она для тех, кто любит спокойное, медленное, размеренное прохождение. Это я. Эта игра для меня. Я упал. А, на краба. Прости, краб. Он оказался мышью. Такое вот чудесное превращение. А, ай. Ты мой пузырь сломал. Ай. Кольца все расплескала за тебя. Чёртова обезьяна. Прыгаем. Черт, ну, Соник это не турник, мэн. Вот с этим у него всегда были проблемы. Он может только быстро бегать. Ты кто? Я тебя убить. Надо было убить, да. Он стопудово мне кольца все расплескал тоже. Что это за значок? Соник, он смотрит на меня. Хорошо. О, чуть не упал. А-а-а! Я тебя не заметил. Че такой мутный стал? Краб! Сразу умри. Сразу, без разбора. Я даже не буду спрашивать, как тебя зовут. Да как? Тебя зовут тварь, которая мои кольца все раскидала повсюду. Я их так долго собирал. Вот, что, собрали? А, нет! Фух. Благо, разработчик этой игры предусмотрел, что Евгений может упасть. Тут надо разгон иметь. Очень скользкий холм. Очень скользкий. Оп. Вот так вот забрался. Тихо! Фух. Чуть не кацануло меня. Это сейф. Это я помню. Да е-мое. Что, я упал? Но зато засейвился, это радует меня. А куда я упал? Куда я упал? За что ты меня упал, уронил? В воду! А у меня пузырь был раньше, но я просрал его. Но все равно плыву, я плавучий. Да кто же это все смотрит на меня? И дрожит. Оу. Окей, живы. Живы. Нас откатило назад, кстати говоря. От. Муинг. А, черт. Оп. И мы здесь. Кольцо. Этот чувак, кто меня кацанул? Кто кацанул? Я даже не знаю, кто меня кацанул. Да, блин, он меня кацанул. Все, я понял. Хорошо, хотя бы одно кольцо есть. Если есть одно кольцо, значит есть. Да, боже ж мой. Воу-в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 оу
даже прыгать не могу и присесть не могу. Все, просто бежим. Черт! Мы ускоряемся? Музыка точно ускоряется. Эти глаза. Меня поймали. Меня поймали. Какое-то одноглазое существо. Одноглазый Соник? Он поймал меня. Но все равно они ничто по сравнению с тобой. Тут каждый раз меняется название окна. О! Перестань! Перестань! Она хотела мою вебку задействовать, но... Ха-ха-ха! Вебка защитила самую себя как-то. Не надо меня задействовать, сказала. Нет, не будет никакой вебки. У меня нету вебки. Ха. Это камера. Я не записываю на веб-камеру. Зачем мне грузить комп дополнительно? Я умный. Оу. Фуллскрин. Наконец-то. Стало приятней. Так, Соник опять без зрачков. Это тот же самый левел? Куда? Это тот же самый левел. Да-да-да-да. Все то же самое. Только с небольшими изменениями. Оп. Стёп. Хорошо. Чётенько. А, тут же можно еще как-то нажимаешь кнопку прыжка. Если ты задерживаешься на ней, если ты ее прям прожимаешь, то он прыгает выше. Это мы будем знать. Вот, опять турник. Да, ё-моё, да пофигу на этот турник. Вот так вот сделали и все. И давай, гоу-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 гоу. Так, чтоб тебя... Пинк. Хорошо. О, чекпоинта нету. Нам точно сюда надо. Прыгаем просто в бездну. Нет, мы живы. Соник такой впервые осознал, что на него смотрят. Ближе подойди, Евгений.
Посмотри мне в глаза. Ты видишь там пустоту, которую я вижу у тебя в голове. Это да, это так. Мы очень с вами все пустоголовые, ребят. Это, к сожалению, правда. И Соник дал нам понять это. Что ты на меня смотришь? Я должен что-то сделать? А. Ну, я что-то нажал, и он упал. Я не ожидал этого. Стоп, стоп, стоп. Ты не на краю. Все, очнись, очнись. Все хорошо. Это было прикольно сейчас. Мне понравилось так. О, как мы взмыли ввысь. Клево. Видите, там, на той стороне, петля есть, через которую мы бегали когда-то давно, в детстве еще. Нет! Не трогай меня. Фух, успел. За 7 минут мы прошли этот левел. Вторая зона, ну прекрасно. Мы продолжаем. Так, а ну, подохни, мышь. Мышь пыталась притвориться крабом. Но ты не можешь быть крабом, мышь, ты же мышь. А ты птиц. А ты что, еще одна мышь? Будь собой, слышь? Что такое, куда пошла мышь? Мышь покончила с собой. Она не хочет быть собой, поэтому покончила с собой. А, этот чувак пришел. Джим Керри, который. Нет, просто вынес меня. Ну чё? Ему голову оторвали. Так, мне надо запомнить это число. Я забыл. Я вижу, что кто-то смотрит. Кто-то, казалось, смотрел на меня, но вот взяла игра и вышла. Вышла из себя. Окей, мы снова здесь. А можно фуллскрин, пожалуйста? Нельзя. Кое-что уготовано мне. Игра не позволит. Какой я там фуллскрин включить? Ну что с тобой? Ты не спал долго, да? Я тоже. Все, стало нормально. Значит, мы играем. А где мы? Нам точно идти сюда. Прыгать мы не можем. Мы в чистилище. За что так? О! Нет, стоп, стоп. Мы можем опуститься вниз. Это хорошо. Превратиться в шарик можем. Значит, мы можем обороняться как-то. Становится темнее. Тейл становится темнее. Ощущение, как будто он очень давно уже умер и до сих пор не понимает, что он спускается в ад. О, что там? Я вижу кого-то. Оу! А что с головой? А он просто повернулся, что ли, да? Смотрите, как он бедный, напуганный. И мы ни одного кольца не собрали еще. У нас вот один удар нам, и все. Хана, заново начнем. Ты че? Мы продолжаем идти, хорошо. Ладно, это прикольно, мне нравится. Постепенно становится все интересней. Я чувствую его страх, он торопится, как я в детстве, когда был у бабушки, шел по длинному такому переулку, чтобы добраться до дома, это была ночь. И переулок казался просто бесконечно длинным, и я сначала шел медленно, после того, как закрыл калитку, потом все быстрее и быстрее, поскольку фантазия начинала рисовать ужасные образы. И я также смотрел, я чувствую тебя, Тейлз. У меня такой же был взгляд. О, там Соник уже, который здесь, кажется, давно. Он нас заметил, нету. Блин, ладно. Немножко. Не сказал бы, что меня прям супер сильно это пугает, но где-то внутри вызывает чувство дискомфорта. Это уже что-то, уже что-то. О, боже мой, ты есть кто? Почему плачешь? Просто... Знаете, даже не слезки, а куски мяса кровавые из глаз у нее текут. Спасибо, что играл! Пожалуйста! Оу. Взбодрился внезапно. Мой одноглазый еж, что с тобой происходит? Давно я тебя не гонял. Спасибо, что поиграл.
Очистить данные. Нет. Это имеет значение? Некоторые извлеченные из апдейт Sonic Hedgehog Editable Room zip файлы изменились, либо были созданы новые файлы. Хотите добавить? Да, хочу. Спасибо, что играли. Эй! Это конец версии 1. Надеюсь, тебе понравился этот маленький фрагментик того, что тебя ждет в будущем. Что, чистилище ад? Что если я снова запущу эту игру? Мы будем снова играть в нее? Там будет что-то новенькое? Это тоже троллит меня? Спасибо, что играл. Ага, очистить данные. Давайте попробуем в этот раз очистить. Чувствуйте, какое чистое стало все. Все данные очищены. И мы с вами очищены. Ладно. Кажется, это все. Это действительно, вот этот текстовик, это была не шутка. Это именно разработчик говорит, что в будущем будет еще контент. И мне теперь стало любопытно. На самом деле, что вы думаете? Может быть, мне поиграть именно в Sonic XE? Я пропустил все эти штуки. Я знал, что они выходят, и люди прикалываются поэтому. Но я сам как-то не заходил в это все. А сейчас стало интересно. И хотите ли вы увидеть такой видос или нет? Ставьте лайк, пишите об этом в комментариях. Я сейчас пытаюсь осмыслить, на самом деле, что это вообще все такое. Есть у меня какая-то мысль в голове на этот счет. Знаете, что чем дальше время идет, тем больше... как сказать? Чем дальше время идет, чем больше люди понимают закулисье, допустим, как снимается кино, да, например, когда каждый раз выходит фильм, потом выходит и фильм о том, как снимали этот фильм. Когда выходит игра, выходит видео о том, как снимали, делали эту игру, разрабатывали. Мы всегда видим исходный код, так скажем, всего этого. И чем больше люди видят этот исходный код, это закулисье, тем больше это начинает влиять на творчество нового поколения людей. Моего творчества, творчества вашего возможного, или даже взять все фильмы, которые сейчас выходят, весь этот фан-сервис, которым пичкают фильмы, пичкают игры. Это такое своего рода общение с людьми, со зрителями. То есть теперь... Не как раньше. Раньше творчество, оно было как бы обособленный мир. То есть ты смотришь фильм, и там все персонажи внутри этого фильма знают, точнее, не знают, что это фильм, по сути, да? Это прикольно звучит. Они не знают, что это фильм, они там живут. И ты просто вот посмотрел это, вот это фильм, это там все реально, все серьезно, максимально. Выключил все, живешь дальше своей жизнью. Сейчас же создается ощущение, что они все понимают, что люди понимают, зрители, которые смотрят, все знают, что это фикция. Все знают, что это прикол своего рода. Вин Дизель знает, что он Вин Дизель, когда он играет Торетто в «Форсаже». И Том Холланд знает, что он Том Холланд, когда играет Человека-паука. Короче, все понимают. И сейчас уже именно у людей прикол заключается в том, чтобы как ты сможешь интересным образом выстроить общение внутри вселенной, не знаю, фильмы, игры и так далее, комиксов, чего угодно. Как ты сможешь установить связь и общение с реальным внешним миром? И, в общем, я это к чему? Я знаю, затянулась концовка, но мне хочется поболтать с вами. Я давно не записывал видео, я сейчас переехал на новую квартиру, и мне просто... Вот я решил поиграть именно в эту игру, не знаю почему. В общем, и я хотел просто с вами поболтать и рассказать какую-нибудь дичь. Вот я сейчас и рассказываю на основе мыслей, которые пришли от этой игры. Короче... Я мысль потерял. Сейчас, погодите, склейка. В общем, моя мысль в том, что творчество все больше и больше соприкасается с нами не на уровне, знаете, просто чувств каких-то, где ты там увидел картину моря, и ты такой, а, ну я знаю, что такое море, море, это прикольно, мне вызывает такие чувства, вот общение. Сейчас более глубокий уровень. Мы, знаете, как уже люди начинают думать, есть теория о том, что весь мир — это симуляция, и мы видим симуляции внутри симуляции, это то бишь те же самые фильмы, игры, да, и мы устанавливаем контакт друг с другом, какой-то метаконтакт, да, по сути.
Я не знаю, что я пытаюсь сказать. Я пытаюсь сказать, что очень интересная эволюция происходит у творчества и у сознания людей. Это все движется в очень интересном для меня направлении. Хоть, конечно же, я и скучаю по временам, когда фильм был просто фильмом, игра была просто игрой, и ты сам погружался туда, оставался там на какое-то время, и потом выходил в свою жизнь и разделял это все. Сейчас есть ощущение, что оно всегда остается внутри тебя, что оно всегда с тобой общается и взаимодействует. Даже вот эта игра, по сути, персонажи, которые я играл в детстве, я никогда не видел их в таком ключе. А реально же Соника, столько всего, столько у этой франшизы сериалов, есть, не знаю, комиксы есть или нет, игры, их куча. И теперь вот, видя в таком ключе его, ты начинаешь думать, а что если он устал, реально устал быть во всех этих формах? Что если его затаскали просто? И он пытается, кричит такой, помогите, хватит, хватит. Но в то же время он знает, что ты именно этого хочешь. Ты хочешь увидеть, как дальше он будет выплясывать перед тобой. И когда ты играешь в эту игру, в Sonic EYX или XZ, ты знаешь, что там будет какая-то крепота, и что-то будет стрёмное происходить, и ты хочешь, чтобы это происходило. О да, ведь ты кровожадный ублюдок, как я. С вами был Юджин, и всем пять!